Но все будет совсем не так, как он говорит. Поэтому я и назвал его клоуном. В общем, вы сами увидите. Болтать может каждый, поэтому пусть говорит, что хочет. Жду не дождусь боя, Конор. Для начала хочу поблагодарить Конора Макгрегора. Знаете, да, он выполнил свое обещание, закончил бой в первом раунде. Поздравляю. Дастин думает, что это все болтовня, но когда он очнется со свернутым носом, он быстро поймет, что это не только слова. Знаете, я дрался с гораздо более опасными парнями. И если Конор дерется хотя бы на 50% так же хорошо, как говорит, то у него что-то может и выйдет. Я плохо двигался, да, его тяжело прочитать, его чувство тайминга отличается от всех, так что да, он хорош, он выдающийся спортсмен, очень быстрый. Фанаты говорят, что это мисс-матч, он говорит, что это мисс-матч. Какие ваши мысли по этому поводу? Да, многие считают, что это мисс-матч, но мне нет до этого дела, UFC попросили меня об этом бое, я его принял и собираюсь в нем выиграть. Конор действительно хорош в болтовне, но, как мы все видим, он доказал, что может не только говорить, но и драться. Он был лучше меня сегодня, причем сильно лучше. Отмечу, что он очень хорошо видит дистанцию и отлично оценивает ее. Да я прибью этого человека напротив меня! Он просто мелкий хам, ростом метр, с кепкой. Ему лучше держать рот на замке, пока я его не нахлестал по роже. Вот и все. Конор, я тебя, блядь, просто унижу. Я разрушу твою жизнь. Чет, в первом раунде он пару раз попал по тебе. Насколько были тяжелые эти удары? То есть ты сразу понял, что он очень жестко бьет? Ну, я думаю, тут дело скорее в точности. Именно в ней дело, да. Он по мне попадал, но я бы не сказал, что это были какие-то супер мощные удары. Нет, он бьет сильно, но здесь скорее решила точность. Я думаю, да, именно она решила. Когда я приехал сюда, здесь шел дождь. Но я привез с собой солнце. Я король. Я чемпион мира. Джозе, скажи, ты что-нибудь помнишь вообще из боя? Ну, Эдди, ничего не имею против Эдди. Тише, ничего будь. Не имею против Эдварда. А то что? Тише что? Будь. Что ты мне сделаешь? Что? Ну чё? Тише. Закрой свой поганый рот. Удивила ли тебя его мощь? То, насколько сильно он бьет? Ну, знаете, дело скорее в скорости. Первый раз, когда я упал, я понял, что сижу на заднице, и я такой, вау, вот это скорость. Что бы это ни было, это было супер быстро. Так что тут в основном его скорость и тайминг сыграли роль, видно, что он оттачивал их годами. I'm not quite sure, and it was foolish. I'll be the first one to admit that.